Здравствуйте, дорогие слушатели моего канала, подписчики, любимые зрители. Всем привет, ребята, с вами сегодня опять я, Шмель, ну, поскольку вы поняли. Ну, давайте опять зайдем на свинку, потому что мне понравилось. Хотя, после вчерашнего, то, что было. Ладно, не будем. Не будем о грустном. Или даже наоборот, о веселом. Надо было EP показать. Ну, ладно. Ой, пофигу. Блин, меня опять слагнуло. Какие ужасные лаги на этой свинке из этих картин, а? Бесит. Ну, насчет петухов, пацанчик, возможно, и прав. Ну ладно. Не будем. Об этом. Так, я не настроил, я не успел ничего настроить. Настройки. А, ничего не сбилось, так что все отлично. Блин, да я опять не взял. Ладно, пофиг. Так, в этот раз я должен затащить. Так, есть небольшая идея, хотя нет, нету идей. Просто бежим. Ну-ка, может быть, как-нибудь удастся слить. Нет, лучше не надо. Опачки. Охо-хо-хо-хо-хо. Катана. Блин, как охота, вот вон чувак вижу, давайте на него. Съем его сейчас. Меня не видит. Он настолько туп. Опачки, увидел. У него снапа. Ай. Второй раз. Ну, в смысле из-за этого. Может быть, этот режим не для меня. В будущем я, наверное, пойму то, что все этот режим не для меня. Или может быть. Возможно, это из-за видео то, что. Может быть, именно на видео не везет. Ну ладно, есть в этом и плюс, то что я, даже если когда сдыхаю, я так или иначе получаю денежки. Это круто. Угу. Крутяк. Пять монеток. Вот это, в этот раз я взял. Все. Так что в этот раз я должен затащить. Если не затащу, я буду, как в чате чувак написал, лол. Я неудачник. Привет, крипер. Кто ты страшненький. О, чувак, давай тачку починю я тебе. Я же автомеханик, все. Я тебе тачку починил, чё ты? Чё ты? Ладно, ладно. Я пройду на свою Бентли или чё это? Жигули? Чё за хрень вообще? Туда забраться нельзя, это плохо. Это очень плохо для меня. Опа. Все началось, в этот раз я взял. Еще раз посмотрю. Да, я взял, я молодец, наконец-то. Наконец-то я взял. Вчера один раз тоже так же взял. Интересно, что за карта? Все прогружается. Это что, луна? Облачко это или что это? Ладно. Да, это облачко. Боже мой, неизвестно куда приземлился. Вижу первую жертву. Тут тихо. Не-не-не-не-не-не-не. В этот раз я не сдохну. Сами с собой деритесь.
возможно, я популярный ютубчик, меня все знают, из-за этого меня все убивают. За что? Может быть, мне повезет. О, я огненный человек. Я вообще не понимаю, почему. Почему вот мне на съемках не везет, а когда я не снимаю, мне везет. Вопросик. Возможно. Видите, какие-нибудь свины во всем этом виноваты. Это же сервер про свинку, хрю-хрю. Тут даже свинья, видите, как вожак. Давайте, кстати, тут не туда заберемся. Прыгаем. Фу, я чуть ли не упал. Ништяк. Ништяк. Ту-ту-ту. Все эти пытаются забраться. Отойдем, пускай заберутся тоже. Бедняки. Не могут. Мы-то с тобой лучше. Даже свинтус. Маленький няшный свинтус. Хрю-хрю-хрю-хрю. Да, надо завязывать петь, а то меня забанят. Смотрите, разве это не мило? И жирный. Смотрите на этот уникальный пятачок. Смотрите, как он красиво сделан. А это надпись сияющая. Так вообще клёво. Мне можно покупать игрушки. И что-то ещё. Ту-ту-ту. Суперсвинка. Свинка, привет. Такая модная. Блин, 10 человек только. Привет, хакер. Давай, 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 брат, я тебе помогу. Помогу я тебе это сломать. Бывает же такое. Все бывает. Ты-ты-ты, кошечка. Здорово. Как твои дела? О, теперь мы втроем, да, тут? Да, втроем. А вы всего лишь-то... Ложки все. Ну, кроме кошечки, конечно. Даже... Киска. Киса. Мяу. Или, может быть, это тоже шмель? Тогда еще больше соблазняет. Блин, на чем я опять какую-то хрень несу? Кого огненная? Я кому-то отдал? Нет, это не я кому-то отдал. Огонек, иди сюда. Иди в лучшее измерение. Так, я взял? Да, я взял. Я в этот раз еще больше молодец, чем вчера. Вот если я сейчас проиграю, если я проиграю, я двойным лохом буду. Даже? Тихо, все, все, все. Вот сейчас я должен затащить. Хотя бы не затащить. Большую половину раунда я должен прожить. Опачки, что нашел? Ха-ха-ха. Еще туда можно. Блин, меня сейчас убьют. Деваю так, так. Вип. Опачки. Мне есть небольшой план.
Блин, у меня нет плана. У меня абсолютно нет плана. Я отойду маленечко, ребят. А-за-за, мы везем с собой кота. Тихо, тихо, тихо. Отрегенивайся, отрегенивайся. Бежим, бежим, бежим тут отсюда, вот, потому что меня могут сейчас просто убить. Ох-ох-ох-ошечки. Ох-ох-ошечки, хо-хошечки. Бежим, 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 бежим. Я сейчас должен, я обязан затащить. Ух, катана, катана. Просто. Блин, да возьми ты катану. Патроны, пирог. Обязательно пирог. Без пирога я не выиграю. Морковка. Морковка. Мы как зайчики. Зайчики. Попрыгайчики. Так, где тут что есть? Я не знаю, я просто сейчас должен, вот просто вот должен, затащитесь. Не затащу. Тогда я буду считать себя ложком третий или какой там раз. Ладно, надо перезарядиться. Взять оружку побаще. Опа. Кто-то, кто-то есть. Где еще далеко? Так, вот это надо взять. Нет, печенюшку. Сухаричек. Так, вроде никого нету. Так что есть шанс, что я победил. Сколько нас еще? Вроде нормально. Что, на кладбище что ли похоже? О, моя любимая. Фух. Я опять переломался, но ничего, все нормально, просто резко выскочил. Я не ожидал, если честно, такого поворота событий. Я уже весь практически кольчужный. Блин, такую дрянь собрал. У него этот автоматик, надо бы взять его. Вот он. Палочка, серьезно. Картошка. Ну тут вроде ничего не надо мне. Возможно, тут где-нибудь еще есть. О, вот сундук. О, это тоже надо взять. Что можно выкинуть? Я уже не знаю, я все. Я наугад все выкидываю. Это если кто-нибудь подберет, это хорошие в принципе вещи. Тут где-то сундук. У меня нормальное освещение стоит, да, да вроде нормально. Это я просто придира. Так, бежим отсюда. Ну я сейчас должен затащить. Заметьте, я играю без читов. Как нормальный поцик, без читов. Где-то перестрелка. Знаете, что это значит? Куда, куда, за что? Блин, не знаю. Где-то перестрелка была. Она уже утихла, я не знаю где. Возможно, где-нибудь тут. Фух, я чуть ли не упал. Сюда как-то можно забраться, и в этом корабле компас. Никого нету. Блин, да. Давай. За что? Что так все жестоко? А? Тут реально кто-то был.
недавно был. Так, берем катану. И нет, я также уже повелся. Кто-то был тут. Надо быть поаккуратнее. Просто я хочу хотя бы до дед-матча дожить, ребята, серьезно. Мне уже пофиг на этот, на там какой-нибудь супер-приз в конце дед-матча. Мне просто вот дожить. А, моя кошка там что-то орёт. Мне показалось, вот так, когда нагнул, мне показалось, там этот слендер стоит. У меня даже мурашки пошли. Опа. Тихо. Вы этого не видите. Так, иди сюда. Чтобы я, Тим, да я тебя убью сейчас. Ой-ой. Иди сюда, маленький урод, ты где? Где он? Вот тут где-то был. Туда, наверное, спустился. Ладно. Пофиг. Опачки. Откуда? Тихо. Нельзя же так. Я его не вижу нифига. Да сдохни ты. Спасибо, чувак. Сейчас, наверное, в чате тварь гад. Опа. А, нет, у меня есть. Блин, такие хорошие вот вещи. Я не знаю даже, что взять. Вот это вот мне обязательно надо. Это VIP-оружие. Нет, не это, не это. Вот оно. Вроде это VIP-ом только дается. И оно дает иссушение. Вроде да. Или золотой. Нет, вроде золотой, так что я выкину его. Что бы взять? Я не знаю, блин. Лук. Нет, не лук. Зеленая снапа у меня есть? Есть зеленая снапа. Блин, да у меня все есть, но не знаю. Такого хорошего вроде, ну-ка, лут. Вроде он у меня не нужен. Опа, компас. Иди отсюда. Хлеб. О, то, что надо. Железного у него ничего больше не было, да? Блин, у меня там Сонька кричит, это капец, моя кошка. Все подзаряжено, да? Кроме вот этого. Дед-матч у меня. Голд яблоко. Золотое яблоко. Блин, какую-то хрень принес голд яблоко. Ладно. Против кого? Нормальные ребята, нормальные. Просто бы не сказал, что плохие такие, я прям таки. Выиграть можно. Хотя подождите, чего я боюсь? Смотрите. Ну-ка, где они? Один впереди, вон он. Один, короче, так, и все, погнали.
Как он наверх забрался? Там есть вход, а я о нем не знал. Серьезно? Чувак, чувак, чувак. Вроде как-то так. Остался еще один. Я не знаю, выиграю я ли его или нет. Блин, он мне ведь сломал поножье. Опа, пулемет. Пулеметы я люблю. Это не надо, не надо. Надо. Где? Как им пользоваться? Ого, что у меня есть? Давай, давай, я должен сейчас выиграть, должен, просто должен, нет, обязан. Надо отрегениться каким-нибудь способом. Я не позарядился? Сейчас, давай. Вот и все. Фу, это было сложно на самом деле, ребята. Я надеюсь, вам понравилось. И вы поставите как минимум 10 лайков с 10 аккаунтов. Блин, бред опять несу. Короче, всем респект от меня. Ребята, короче, если вам понравилось это видео, сколько оно идет? 23. Понравилось это видео, то можете поставить где-то там внизу лайк с 10 аккаунтов, как я сказал. Потом подписаться на мой канал с 10 аккаунтов, потому что у нас сейчас будет подобие таких серий очень много. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Всем респект от меня. Всем давайте. Подписывайтесь. Всем удачи.